Летний чемпионат страны по баскетболу среди юношей проходит в Алматы. В нем принимают участие 11 команд. Уральские юниоры в первый же день соревнования одержали верх над хозяевами площадки. А в группе «Б» интриги меньше. С начала соревнований команда из Алматы показывает достойный баскетбол и пока не уступила ни одной команде. Государственный тренер алматинцев заявляет, что все это благодаря условиям, созданным для молодых спортсменов. Я думаю, что для детей именно младшего возраста это очень хорошее подспорье. Данные хорошие комплексы, они стимулируют детей. Уровень баскетбола растет. Интерес самый основной у детей растет к баскетболу, когда они играют в таком замечательном зале. В отличие от прошлого года, видно, что количество участвующих регионов возрастает. Все больше и больше у нас именно младших возрастных категориях уделяется внимание в регионах.